отвечай и выигрывай. На старт, внимание, марш! В маршрут интеллектуального забега вошли несколько улиц города. Сотрудники Центральной городской библиотеки совместно с волонтерами предлагали прохожим ответить на вопросы викторины. Заречный в пятый раз стал участником всероссийской акции «Бегущая книга Росатома». В этом году все вопросы будут связаны также с литературой, но еще добавятся темы, которые в этом году значимы. Это год науки и технологии, и год культурного наследия. Человек отвечает на один вопрос, и если он отвечает правильно, в подарок у него книга. Это очень легко и просто получить ее в подарок. Задания, которые придумали организаторы акции «Бегущая книга Росатома», были совсем несложными. На вопросы без проблем отвечали и дети, и взрослые. Продолжите пословицу. Волков боятся. А в лес не ходи. Молодцы. В честь этого правильного ответа вам дарится книга. Спасибо. Как называется усадьба, в которой провел детство наш земляк Михаил Юрьевич Лермонтов? Тарханы. Верно. Вы получаете... Спасибо. За эрудицию и любовь к чтению награды получили около 40 зареченцев. Акция «Бегущая книга Росатома» проводится ежегодно 27 мая во Всероссийский день библиотек. Наталья Елистратова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».